Парни не хотели подписываться на наш канал. Мы их привезли в лес подышать свежим воздухом. А ты подписан на наш канал? Подписан. А ты подписан на мой канал, да? Я на твой подписался. Михаил, ну хорош смотреть-то. Погнали уже его это, починим-то. Ну, конец пойдем, концов. Итак, дорогие друзья, сегодня мы будем бороться с алкоголем, будем его беспощадно уничтожать и попутно кокнем за зомбоящик. Итак, мы сейчас приступаем к научному эксперименту. Мы будем ставить опыт на предмет того, что же будет, если выстрелить из охотничьего ружья в кегу с пивом или в пивную бутылку. Чтобы домой приехать не убитым, нужно соблюдать технику безопасности. Не направлять оружие на живых людей, обращаться с оружием как с заряженным всегда. Помнить про рикошеты, не забывать про защиту глаз, ушей, головы. Вот, и соблюдать все законы здравого смысла. Сейчас мы наглядно продемонстрируем, насколько важно защитить свои глаза и голову на стрельбище. Иван, контрольный выстрел, давай. Пожалуйста. Вот сейчас мы посмотрим даже. Как видите, используя средства индивидуальной защиты, можно избежать неприятных последствий на стрельбище. Давай, Михалыч, считай. На счет три. Один, два. Красавчики. Пивищем так занесу, так запахло. Нормально разорвало ты. Я не видел. Я думал, хуже будет. Я же зажмурился. Не, подожди, да. Пойду. Утилизация просрочки. Бля, от правой вообще верхушку оторвало красиво. Фактически Октоберфест. Ну давай, заряжай. Да. Так, сейчас я только это уберу. Там это. Камера-то сняла, та, так что на это похоже. Ничего не надо передергивать, да, оно чисто. Все это. Уже готово. Ну давай, оператор. Хоть в одну попасть уже. Так, ну ладно, по готовности стреляем, не ждем никого. Так. Ох, а звенит-то хорошо, блядь. Да, да, да. Дальше я пулька. Он попал. Вот теперь попал. Нет, дружбайка побольше радует. Маленькая, да? Ну она как-то прикольней. Но она такая, она харизматичная сама по себе.
пиздец, конечно. Аннигиляция. Я прям вот, я вот глазом успеваю замечать вспышку белую такую вот, когда прям только, прям как будто вот туда прилетает. Сразу вспомнился Вьетнам. Да. Да, покажи ранку. Поближе, пожалуйста. Это потому что... Подорожник приложил. Ружье... Вот об этой хуйне. Да, ружье его пока еще не знает, она его укусила. Я в него ее выстрелил. Фу, горячий. Действительно? На, серьезно, ты не верил. Да? Пульт-то холодный. Да. Все? Да. Так, а, ну... Начальник стрельбы. Дай-ка я серию, знаешь что? Сделаю серию. Быстро. Я бы тоже посерил. Сейчас сделаю серию. Пойду тоже серию сделаю в тех кустах. Главное, чтобы это... Ребята, вон тебе в спину нам не начали долбить, блин. Слушай, я когда приезжал там с пацанами, они тут везде вообще... Как, знаешь, как круговая оборонка, как будто хищника там увидели. Ну, вот так вот душу отвел. А мы Ваню взяли? А? Мы Ваню взяли? Взяли. А, я тут. Все, едем домой. Сегодня мы многое узнали, ценной, полезной информации о том, что будет, если выстрелить в каску на голове. В общем, не то, что в каску, но просто в голову. Люди, будьте осторожны. Не стреляйте друг друга. Видео будет трястись. Да бог. В общем, кстати, я на видео, скорее всего, буду нормально, в отличие от вас. В общем, мы ставим эти лайки, дизлайки, подписываемся на канал. Дай бог вам здоровья.